Доброе утро! Что на этот раз? Как дела? Что интересного? Салют! Люди говорят, что в окрестностях часто стали попадаться гоблины. Не выношу. Для меня радость говорить с тобой. Мне не хочется даже думать о зомби. Оторванные руки, ноги, головы. Они ужасно воняют, и их очень тяжело убить. Я могу научить тебя, если ты хочешь. Гнусные. До свидания. Твари. Приветствую. Еще увидимся. Пока. Надеюсь, я смогу помочь. Удачного тебе дня. Салют, рыцарь! Ты ищешь мои реликвии с чистым сердцем! Твои молитвы пробудили меня от бесконечного сна. Или, возможно, я еще сплю, а ты мне видишься во сне. Мне кажется, иногда кто-то обращался ко мне, кто-то вроде тебя, но воспоминания подводят меня. Возможно, они приходили после тебя. Твоя миссия очень важна, раз боги позволили нам говорить. Неужели Умарил проклятый нашел путь назад, наигнуснейший из гнусной расы? Тысячи проклятий на его богомерзкое имя! Я думал, что победил, но я должен был знать. Рабовладельцы — коварное племя. Умарил нашел способ обмануть смерть, а я — нет. Если ты будешь искать мои реликвии, мало чем могу помочь. Происшедшее со времени моей смерти подобно туману, который разум не в силах охватить. Мои друзья построили гробницу на месте моей смерти, там, где эльфы, мстя, замучили меня. Я могу показать, где она была. Возможно, она еще там. Успеха тебе, сэр-рыцарь! Да даруют тебе боги возможность навсегда уничтожить Умарила, чего не смог сделать. Thank you.
Приветствую, брат имперец. Если ты творишь добро, девять божеств благословят тебя и исцелят от болезней, когда ты посетишь их дорожное святилище. Слушаю тебя. Я слышал, что члены... Гильдии бойцов безобразничают в таверне в Леявине, как будто у них без того недостаточно проблем с компанией «Черный лес». Несомненно. Есть ли новости из других провинций? Надеюсь, я смогу помочь. Я слышал, что гильдия бойцов стала плохо выполнять свою работу. Они потеряли кучу людей в последних операциях. Будь осторожнее, дружище.
Хочу добыть себе несколько черных луков. Пойдем со мной, если хочешь. Добыть себе несколько черных луков. Пойдем со мной, если хочешь. Тебе лучше уйти. Привет. Ты, должно быть, из гильдии бойцов. Я рада, что ты здесь. Мне нужна твоя помощь, чтобы вернуть долг. Ты? Привет. Боюсь, что так. Мой отец был одержимым игроком. Он проиграл весьма серьезную сумму. Теперь, когда он исчез, его долговые обязательства перешли ко мне. Пропал. Его вытащили из дома прямо посреди ночи. Я хочу продать меч и доспехи моего деда, чтобы расплатиться с долгами, или я могу стать следующей. Очень большой. Больше 1000 септимов. Мой отец игрок и очень плохой игрок. Они захоронены вместе с моим дедушкой в фамильном склепе. Эти меч и кираса волшебные, и они должны покрыть мой долг. Пожалуйста, найди их для меня. Недалеко, в фамильном склепе моих предков. Вот, я отмечу его на твоей карте. Пожалуйста, принеси их мне, чтобы я смогла вернуть долги моего отца. Я слушаю тебя, гражданин.
Привет еще раз. Тебе удалось найти меч и броню? Тебе удалось найти их? Великолепно! Ты даже представить не можешь, как много это значит для меня. Спасибо тебе. Огромное спасибо. Надеюсь, я смогу выручить за них достаточную сумму, чтобы расплатиться с долгами. Ты мой спаситель. Ты даже представить не можешь, как много твоя помощь значит для меня. Спасибо еще раз. Я никак... Добро пожаловать во врата Пелла, друг. Удачного тебе дня!